Внимание! Ролик с мужчиной, которому, по его словам, нанесли начертание на лоб, это фейк. Вот. Но на самом деле это фейк, скажем так. Это такой некий социальный эксперимент, который направлен на выявление разного рода сект, расколов и всяких там самочинных сборищ. Ну, как вы поняли уже, ни одно мое слово не было правдой, ни в какой банк я не ходил, никакую карту не оформлял. Ну и в процессе данного видео я использовал вот такие вещи. Значит, это ультрафиолетовый маркер и ультрафиолетовый фонарь. С появлением таких роликов становится понятно, насколько это важная тема, что хотят ее дискредитировать и высмеять. Пусть это будет на совести этого непорядочного человека. Бог ему судья. Тем не менее, проблема эта остается. Мы опубликовали видео «Может ли начертание быть нанесено без согласия, в чем суть согласия?», где разбирается этот вопрос.